Похоже, что процесс уже начался, друг Рейнер. Свет Зелнага не удастся укрыть от нашего врага. Нас ждет тяжелая битва. Надеюсь, ты к ней готов. Думаю, что готов, ребята. Поехали. Тени Амуна поглотят все сущее. Керриган, пусть остатки моей эссенции даруют тебе силу. Эта сила столь велика. Используй ее против темных прислужников. Да. Оу, fucking shit. Да мы их всех убьем. Сара, зачисти область. Тогда мы сможем высадиться и помочь тебе. Я уничтожу этих гигантов. А нужна ли Саре помощь? Слушаю тебя. Я должна сосредоточиться. Джим, тебе придется меня прикрывать, пока все не закончится. Ладно, я выставил оборону на этих двух точках. Похоже, нам придется бросить на защиту все силы, если мы хотим выбраться отсюда живыми. Рой будет защищать свою королеву до конца! Вся мощь перворожденных с тобой. Тогда начнем. Серьезно? Тираны. Печаль. Печаль. Чтобы выиграть для Сары достаточно времени, нам нужно основательно укрепиться. Надеюсь, вы готовы. Мои воины продержатся так долго, как только смогут. Нашей королеве ничто не должно угрожать. Ну да, конечно. Так, ладно. Раз у нас заставили играть за тиранов, значит, будет весело. Но пока что надо как-то все это дело укрепить, понавлазить. Надеяться, что все будет хорошо. Объяснись. В крайнем случае, Керриган может некоторое время наносить урон, но нежелательно, чтобы она это делала, насколько я понимаю. Так, она должна продержаться энное время. Надеюсь, нам это удастся сделать. А пока что... Сейчас мы будем строить ЦЦшку на второй базе, дабы добывать минералы. Здесь есть весь пен. Надо посмотреть, что здесь есть. Бегом строить базу. И бегом строить... Нет. Что это, черт подери, было? Амун посылает против нас своих слуг. Но если потребуется, я смогу использовать новую силу, чтобы остановить их. Ну, это как бы замечательно, но... Как ты себе это вообще представляешь, на самом деле? Недостаточно. Ну, серьезно, у меня настолько мало минералов. Недостаточно минералов. Настолько мало, что я не могу даже построить рабочих. Проблема немножечко. Положись на меня! Так, войска идут отсюда. Здесь есть некоторые минералы. В принципе, больше здесь ничего особо нет. Но здесь есть газ. Надеюсь, мы как-нибудь выдержим. Так. Давайте строиться потихонечку. Здесь вроде все более-менее. Командный центр все еще строится.
Я, кстати, не помню, по-моему, нельзя выстроить дополнительными рабочими. Поэтому такие дела. Так, кого давай подлагать? Еще строй. Оу! Здесь нельзя строить. Удобно. Так реально быстрее. Так реально быстрее. Ладно, стройка, пожалуйста. Замечательно. Теперь просто минералов. Мне нужно набирать минералы. Но выхода у нас нету. Есть работенка. Ладно. Давайте сделаем планетарку. Отлично. И будем продолжать накапливать пока войска. ТСМ готов. Так. Так. Замечательно. Планетарка нам поможет, если вдруг проберутся сюда. Уже в пути. Я думаю, переставить немножечко танк. Это по мне. Если он будет разложен и наносить Листарка больше урона. Завершена. Правда, здесь его будет еще иногда сталкер атаковать, но окей. Джим, если ты ничего не сделаешь, Загар и Артанис долго не продержатся. Помоги им. Иначе мне придется применить силу. Против меня? Кем она станет, закончив превращение в Зелнага? Не забывайте, я тоже когда-то вознесся. Так, ну я, конечно, помогу им. Разумеется. Давно бы так. Не хотелось бы, чтобы Загар убили. Хотя против танка это как-то сделано. Немножко туповато, если честно. Конечно. Умри. База атакована. Не дать убить. Оп. Так точно, сэр. Отлично. Я уже заждал. Тем временем база атакована. Понятно. Так. Выкладывай. Где у нас танчик? Положись на меня. Уж я постараюсь. Ну, у него вроде все хорошо, нет? Или я что-то... Нет, понятно, я что-то не понимаю. У него не все хорошо. Так, раскладываемся как-нибудь вот так вот. Давай, удиви меня. Кому навешать? Хотя Артанис, по-моему, вполне хорошо себе справляется. Так, давайте закажем дополнительно убер-танки. Тебя. Недостаточно минералов. Отлично. Все круто. Понятно. Так точно. Превосходно. Давно бы так. Всегда любил вас, ребята. Точнее. База атакована. Ладно. Оу, они мне таки снесли эту гадость. Ну, сейчас мы им покажем, что такое мощь танковых отрядов. На связи. Отлично. Система функционирует. Ну, если что, мы можем туда-сюда бегать пока что. Недостаточно. Ну, у нас минералов маловато, если честно. Так. Что ж, будем сейчас развивать тогда это все дело. ТСМ готов. Так, центр синтеза нужно построить, да? Кого подлатать? Сара, рядом с нами появился гигант пустоты. Думаю, он нацелился на тебя. Так что давай, используй свою силу. Хорошо, использовали. Ну? Оу. Как-то Загаре тут совсем плохо, на самом деле. Мне это совсем не нравится. Так, КСМК. Давай, делай, что у нас здесь получается. За твой счет. И ты тоже делай. Так, командир. Наконец, КСМ готов. К сожалению, я особо сильно помогать Загаре не могу. Ну что сделаешь? Будет. Ну.
Надеюсь, мы сможем использовать всех наших юнитов по назначению. Приказ понял. Мариков жалко на самом деле. Начать бомбометание. Уничтожили пушку. Есть. Это не очень хорошо. Так, я вижу вот здесь вот. Эскадрилья. Какую гадость. Надо бы это все обезвредить, чтобы на нас здесь не шло. Они напали на базу с другой стороны. Похоже, эти мерзавцы от нас не отвяжутся. Нет. А разве они должны? Упорство. Важное качество воина. Да я не об этом. А, не важно. Еще легких путей! Так. Вообще не круто на самом деле. Надо бы как-то их пыл охладить, так сказать. Давайте вернемся. Выкладывай. Требуется помощь. Отлично. Требуется, говоришь, дополнительные хранилища? Да, да пожалуйста. Понял. Недостаточно минералов. Требуются дополнительные хранилища. Даешь разбой. ТСМ готов. Так. Приказ получен. Встаем сюда. Раскладываемся. Отлично. Ну? Что такое? Замечательно. Строим кучу мариков. Надо будет что-то уничтожить, эту гадость. Интересно, восстанавливается вообще? Да. Тиран, к нам движется множество врагов. Нужна помощь. Окей, сейчас приду. Бегу к вам, я даже могу сказать. Давай, удиви меня. Требуются дополнительные хранилища. Еще хранилище? Мощь ужаса течет сквозь меня. Но я пока получила только половину эссенции. Чуть меньше половины, я бы сказал. Так. Бой или домой? Слышим, отлично. Отлично. Требуются дополнительные хранилища. Приказ понял. Как угодно. Не торопись. Так, перефигариваем здесь всех. Будет сделано. Кого нужно и кого не нужно. О, отходим. Вперед. Куда летит? ЦЦ. Огоньку. Перем по танкам. Кругом враги. Без проблем. Так, командир. Уже в пути. Интересно, как Загара сможет выжить, если ее только что убили, но окей. Прочь с дороги! Как угодно. Так, откуда будет нападение следующее? Пока неизвестно. Еще один гигант пустоты. Позаботься о нем, пока он не нанес слишком много вреда. Шлю тебя. Так, давай, убивай. Твоя смерть близка. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно позвать рабочего. И сделать что-нибудь полезное. Ой, не БЦ, БС. Что-то я все время не то нажимаю. Есть. Здесь нельзя строить. Так, хватит нам, не хватит. Есть. Давайте, раз, раз, раз. База атакована. Отлично. Ну, все, 200 лимита, больше уже нельзя. И складываем вниз это дело. Опять атакуют зергов, да что ж с ними так не прет-то. Зерги какие-то слабоватые сегодня. Так, улучшаемся. Делаем еще больше мариков. Нужно построить заводец. Хорошо. Требуется помощь. Курс проложен.
А вот Загара вышел таки к нам. Так. Амун отправляет на нас огромную армию. Мне понадобится помощь, друг Рейнер. Хорошо, я уже у тебя. Замечательно. Улучшение завершено. Так. Отлично. Да, командир. Что у нас там по Голиафам? Да уйдите вы, ё-моё. Кругом враги! Ну, вперёд! Вызывали? Неизвестно, кому из вас больше понадобится. Как по-моему, у Керриган всё намного хуже. Ну? За дело! Точнее, не у Керриган, но вы поняли. Будет сделано. Брать дороги! Есть! Очистить территорию. Уже в пути. Так, ладно, я надеюсь, ты справишься. Что такое? А пока тебе танки разложим. Прием. Чем порадуешь? Так, командир. Бегом! Кто там у нас зергушат убивают немножко. Так, командир. Слушаю тебя. Да не, все нормально, можешь не слушать. Рейнер, будь осторожен. Амун шлет против тебя огромное войско. Прям огромное? Прям против меня? Что такое? Ладно, давайте как-то взаимодействовать со всем этим делом. Маринаду поболее. Поболее маринаду. Кругом враги! Недостаточно виспена. База атакована. Кругом враги! Так, вот это хреново. В основном у него воздух. Танком трындец. Клана новенького! Курс проложен. Так. Приказ понял. Моя королева, нас атакуют гиганты пустоты. Послушай. Он уже тут. Бегом! Так, минус 7. Во что бы ты... Вызывали? Улучшение завершено. Отлично. На связи. Недостаточно виспена. Если я направлю эту силу против войск Амуна, передача эссенции будет приостановлена. Я должна быть осторожной. Спасибо, капитан очевидность. Я сидел и думал, что ж ты, оказывается, делаешь. Ты, оказывается, страдаешь фигней. Как угодно. За дело. Так, а давайте попробуем его атакануть. На связи. Так, улучшение завершено. Курс проложен. Так. Ну что, он реально задолбал уже? Уже в пути. Как угодно. Гор уже тут. Огонь из всех орудий. Весь космос будто в моих руках. Идет. Так. Что-то мне не очень нравится, что здесь происходит, честно говоря. Как угодно. Оу. Да, командор. То есть, с одной стороны, я, конечно, прорвался, но с другой стороны, я, так сказать, на нифига связи. Не прорвался, я понял. Так, нет, не то. Мне нужен все-таки крейсер. Высылайте подмогу! Блин, хреново. Как угодно. Ну, хоть с одной стороны отбили, скажем так. Давайте зергам надо помочь. Да, командор. Пойдем к зергам сюда. Как раз я угадал, фактически. На Загару и Артаниса скоро нападут. Защити их, Джим. Ей нельзя доверить силу Зелнага. Вы сами знаете это. А тебе типа можно, да? Да,
командир? Я как бы не верю себе, друг мой. Флот вызывали? Так, флот, давай сюда же. Ну? Да, командир? Уже тут. Улучшение завершено. Вперед! Вызывали? Вперед! Так, хотя там мы будем на их стороне. Так что это не очень круто. О, назад. Так, механику, конечно, идти круто, но не то чтобы. Так, здесь отбили. База атакована. Вот, а теперь на нас атакуют. На связи. Ну, хотя мы отобьемся, окей. Там у нас все более-менее нормально, здесь лучше помочь. Со мной. Так, что у нас здесь есть? Мехи, танки. Недостаточно виски. Марики, вот что главное. База атакована. Заколебетесь, друзья мои, меня бить. Гиганты продолжают появляться. От них надо избавиться. Так, уничтожаем всю эту гадость. Слушаю тебя. Кириган убить. База атакована. Во что бы то ни стало. Давай ты убьешь его, а. Так, ладно. Давайте. Давай, удиви меня. База атакована. Уже в пути. Что происходит? Давайте репейр. На связи. Готовьтесь. Амун отправил против нас все свои войска. Прям все? Вооружен и опасен. Недостаточно виспена. У нас даже виспена недостаточно. Не торопись. Осталось 5% как бы. Курс проложен. Главное не пустить все это дело Керриган. Будет сделано. Ну и не дать, собственно, уничтожить тототосов. Не торопись. База атакована. Кому навешать? Тор уже тут. Приказ понял. Есть. Так, ну я надеюсь, меня-то не сильно уничтожат, потому что вроде бы не должны. Так. База атакована. Высылайте подмогу. Недостаточно виспена. Как угодно. Надо их на себя немножко переманить. Есть. База атакована. Ну? Огонь из всех орудий. Вызывали? База атакована. Давай. Керриган, давай, я не дал умереть ни протосом, ни зергом. Давай. База атакована. Готово. Я впитала почти всю эссенцию Зелнага. Для меня было честью служить тебе. Моя королева. Роид теперь твой, Загара. Помни мои уроки. Да. Время пришло.
С исходом нашей эссенции грядет новая эра. Бесконечный цикл подошел к завершению. Зелнага. Я буду помнить каждый миг с тобой. Ну что ж, мои дорогие друзья, я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Закончите за меня эту миссию сами, в плане сказания какой-то речи.